Таняшкин, во что-то ты играешь? Расскажи мне. What are you playing with? Ой, как интересно. Ой, как интересно. Ух ты. Ну что? Скажи good morning. Тони. Good morning. Look at me. Он занят сильно, он не может. He's so busy. He's so busy. Как он кулаки сжимает. Это было спортивное, это было так. Знаешь, а потом, ой, шо это? А потом, Это же... Тони! С этими кулаками. Сонечко мое! Он занят, он мальчик занят. Тетки пристают к нему всякие разные. Ну, конечно. Не разговаривайте, не душите. Что еще не делать? Что там? Что там такое? Тони, can you teach me English, please? Okay. Let's start. Definitely. Как он красиво говорит, definitely. Тони. Тони, скажу definitely. Тони. I can't, I'm playing. Что вы говорите? На тебя орёт, на меня не орёт. Мы тебя не боимся, что ты кричишь на нас? Теперь скажи мне, мы сейчас пойдем в игрушечный магазин. Что будем покупать? Мы не пойдем в игрушечный магазин. Как это не пойдем? Очень сильно. Он готов уже. I am. Ты готов? Are you ready? You are what? And I'm going to take the phone with me. Of course. Phone мой. Тони. Can you please stop it? Тони. Тони. Скажи, вот прицепились такие тетки. Мамка и тетка. И вот ты знаешь, я вот думаю, это самое. Может быть, ну вот это рано, все эти. Да, конечно, рано. Пусть играет, развивается, правильно. Тони, давай последний раз, последний раз. Скажи мне, что ты хочешь, что мы будем покупать сегодня? Какой подарок? Remote boat. Remote boat. A boat and a remote. Boat and remote. А если мы не найдем такой? Тогда что? Большая вероятность. А машину? No. And there is no boat and машинка. А может там лего? No. А ребят, like. Так еще туда же, в ту же коробочку. Пусть будет больше лего. Будет больше запчастей тебе. Из него, может, мы найдем лего корабль. Тони, можно на минуточку отключиться? Дай подзарядиться телефон, а ты с тетей Людой поговори. Can you please be quiet? I can't even do this. Так ведь тебя ж просят. А то ты потом будешь просить в магазине, а мы There's a thousand monkeys in the bow. Окей, ну пробуй. В магазине ты будешь просить, а мы тебе скажем, I'm sorry, I'm busy. You see what I'm doing? I'm playing in the game. Окей? Ой, ты что, это у кого в животе было? У Тони? Естественно. Мой голодный мальчик. Как ты чей? Кушать хочешь? I do. Ну, выключись на минуточку. Таняшкин. Тони. Ну, хорошо. Мы тогда поехали, а ты сиди играй. Ну все, тогда поехали, ладно. Все, бай-бай, Тони. Мы твой доллар берем. Ты с Дугласом останешься? А мы с мамой поехали в игрушечный магазин. Хорошо. Ой, поехали быстрее, пока он молчит, соглашается. Ну так что мы покупаем? Скажи еще раз. А если вдруг лодки не будет? Посмотри на меня. A car was remote. Car was remote. Hey, give me that. Все. Тони, мы уже договорились, что ты уже оставишь. Давай его сюда. No. Ну все, тогда мы поехали. Пока. Stop it. Ты нам доллар даешь свой? No. Почему? Зачем ты отключил? Пускай он заряжается. No, it's always charged. Покажи. It's whole battery. Дай посмотрю. Look. Ну, видишь, половина. Где же она начала? Все, дай сюда.
Кто не дает, то пойдешь опять. I'm going to play. Когда плывешь, оно не заряжается. Когда потом это самое. Ты не поотвечай, пока найдете люди на вопросы. Ты будешь со мной в спальню? Окей, пошли в спальню. Правильно? Зачем лысым? Ты остаешься с дядей Дугласом. Куда он пошел? If you're not giving me a phone, I'm not going to give you my dollar. Okay, я даю тебе фон, ты с дядей Дугласом остаешься. А мы тебе год посмотрим. With you. Ты нужен тогда, чтобы там так разговаривал с нами, да? Он будет хорошо, он вообще замечательный мальчик, будет хорошо себя вести. Because I'm going about to punch you. You're not going to take me there. I'm going about to punch you. You cannot punch your mom. That's because I need to win the game. Ты когда-то бил девочку, нет? No. Молодец, умничка. Никогда девочек и маму нельзя бить. Вообще женщин бить нельзя. Пацанов иногда можно. А с мальчишками дрался? О, да. Да? А кто победитель? С Альбертом дрался. С Альберто дрался? Yes, at school. Тони, а расскажи, пожалуйста, тут какой-то мужчина написал комментарий, говорит, что тебе скучно, у тебя нет друзей. Тони, расскажи, у тебя много друзей? Тони, у тебя есть друзья? На секундочку, подожди. Yes. А кто? Сколько у тебя друзей? Раз, два, три, четыре, пять, сколько? One. Только один друг? Ну, друг а должен быть одним. Ну, подожди минуточку. Albert. Подожди минуточку. А подружка? Okay, а подружка Ребекка, я помню. А подружка Ребекка, правильно? Что, она не подружка уже? Ты не любишь? Being mean. Ну, ты же играешься с ней все равно. No. Ага, а подаруночки кому носишь? А кольцо ты же ей подарил? И кольцо подарил подаруночки. Ты же хотел на ней жениться. Necklace. Small ring. О, окей. Ну, так ты женишься на Ребекке, когда вырастешь? I'm not gonna marry nobody. Nobody? И маму даже не будешь. Ты же говорил, маму married. I will. Скажи, еще мне не хватало такого добра. Здрасте. Скажи, мне хватит это в детстве. Can I play? Тони, ну расскажи, две минуточки. Тони, две минуточки. Скажи мне. Дай интервью. Скажи мне, сколько у тебя друзей? Вот по-честному. Вот сколько детей, с которыми ты играешь? Шон, друг. Дэвид и Кеннон. Они хорошие? They're good to you. And... Буба. Буба's not in my class. Ну что, это же не класс, это просто спрашивает про друзей. С кем ты играешься? А вот этот мальчик возле бассейна, который, помнишь, это сам, у которого резиночек вот этих много, как его, Сэмми, по-моему? Сэмми, yeah. Сэмми, это хороший? Yep, he's almost done with the turtle. А дома с кем ты играешь? Когда ты дома? У тебя есть дома друзья? Ребекка and Сэмми and Буба. А кто самый лучший? Ребекка. Сэмми. Okay. He gave me rubber bands. А в бассейн ты с кем ходишь? Ребекка and Буба. Ребекка хорошо плавает? Нет. Нет? Ну, сейчас уже нормально. No. А ты научи ее. Ну, ты же ее спасал уже, А, прям спасал. А, он же спасал ее. Так ее спасает, мы ржем там, как это, дерутся. Ты моя умничка. Грызутся, как это. Вот в бассейне она, help, help, Тони, help. Он бегом к ней. Ты помогаешь тянет, ей? Реально, он ее тянет к этому самому, к берегу. Какой я же ты, да ты прямо спасатель. Ты когда вырастешь, наверное, спасателем будешь? Или полицейским? В школе учительница говорит, я не могу понять, вызвала Ребеккину маму, говорит, я не могу понять, говорит, со всеми дерется, говорит, а с Антоном, с единственным не дерется. Мама ржет, говорит, да они дома, говорит, надерутся, нафиг им еще в школе. Она нравится. Живет рядышком, да? Напротив нас. А, ну так понятно, поэтому она закадычная подружка. Постоянно это самое, да, она говорит, конечно, не буду драться, говорит, со всеми дерутся, говорит, а с друг дружкой не дерутся, говорит. Я не думаю, это все наверстывают. Ну все, мы поехали, пока. Мы твое интервью получили. Доллар тоже получили, мы поедем, да? No.
Почему? Да. А что? Вот это нам нужен вот этот вот непослушный мальчик там в этом. Послушный, машине. Послушный, хороший мальчик. Он, he's Tony the best of the best. Есть Тони? Stop hitting! На тетю Люду кричит, на маму. Нет, он кричит. На меня не кричит, он никогда на меня не кричал. Мы с ним друзья, правда, Тони?